Приветствую всех на канале Game Ones. С последнего обновления заметил кое-что очень интересное. Лично для меня это нереально интересное, и поэтому решил это снять. И я надеюсь, это на этом не остановится. Может, это даже это последнее, типа, что добавили в игру, как текстуры игры. То есть нам в последнее время вообще ничего не делали, после того, как добавили соло-базу. Больше ничего интересного даже не добавлялось, но это, не скажу, что это самое интересное, но это можно считать началом. То есть давайте я сейчас просто покажу. Это, думаю, очень много всего может открыть. Да, под водой добавили растения, ну, можно считать, это водоросли, камни добавили. Это для меня очень-очень интересно. На самом деле, думаю, разрабы это только начало у разрабов, и они много всего хотят сделать, и... Я не знаю, ну, будем надеяться, что у разрабов много планов на воды, потому что воды у нас в игре очень много. И то, что добавили эти камни, меня очень удивило. Я реально очень хочу, чтобы в игре было типа что-то акваланга, чтобы лут в воде был, под водой и над водой, там много всего интересного. И вот так вот камни добавили в воду. Кстати, здесь еще кладбище машин, очень много машин под водой. Камней много, но они издалека не прорисовываются. На самом деле очень прикольно, я когда это увидел, это было нереально приятно. Увидел я это у себя в Дискорде в скриншотах. Если кто хочет зайти, я ссылку оставлю в комментариях, закреплю. Давайте ближе поплывем. Находятся они во всех озерах маленьких. В большой воде я еще не проверял, надо будет туда тоже съездить, посмотреть. Смотрите, реально красиво на самом деле выглядит то, что это находится под водой вообще. Ну, не знаю, кому как, но я очень рад, что такое добавили. Типа, последнее, что у нас было хорошее, это соло-база. Типа, новая карта. А здесь уже под водой что-то интересное делают, какое-нибудь разнообразие. Если такая будет, это очень круто. Ну, будем ждать, но пока что с разработчиком ничего такого не было, поэтому, скорее всего, это возможно, просто они украсили воду. Ну, даже так, то это очень круто сделано, смотрите, как это красиво выглядит. Конечно же, совсем недавно я заметил, ну, это было где-то месяц назад, но как я заметил, все заметили, думаю, вот воду изменили, она стала более такой мутной, и ничего невозможно разглядеть. Конечно же, можно использовать баг. Так, решила пойти в другое место, проверить здесь, есть ли здесь. Это, может считать, даже самое большое озеро в игре. И посмотреть, есть ли здесь. Так, здесь даже не глубоко получается. Вот здесь уже более-менее глубоко. Давайте еще дальше поплывем. Так, да, ребят, здесь тоже есть, это очень круто. Здесь, скорее всего, тоже очень много, только они не прорисовываются. Давайте поплывем дальше. Будем надеяться, что прорисовывается все это. Да, вот по-малому прорисовывается, это хорошо. Я вообще заметил, здесь оптимизация вроде бы хорошая, но на максималках у меня все еще лагает, еще при записи, ну, думаю, запись тоже на это влияет. Но зато игра очень быстро загружается. Это мне понравилось. Так, давайте теперь можем уже спускаться по воду и посмотреть. Давайте я тени вырублю. Думаю, от них все равно толку нету, а то фрезы чувствуются. Так, вот там какие-то растения, водоросли, давайте туда поплывем. Вот, все уже медленно прорисовывается. На самом деле, это очень-очень сильно меня порадовало. Просто не знаю, как вам это будет, но лично я очень сильно рад, что такое добавили, и будем надеяться, что на этом разработчики не остановятся, то есть будут все больше нового добавлять. Ну, будем надеяться. Будем надеяться, что игра не полностью еще умерла. Разработчики у нас совсем недавно появились. И думаю, они много всего исправят, много всего добавят. Вот здесь камни уже побольше, смотрите. Побольше и водоросли есть. И на самом деле очень круто. Вот здесь реально большие камни и водоросли. Разнообразие, конечно же, здесь не особо большое, но все же все это есть, все это очень прикольно сделано, и я очень сильно рад. Типа, смотрите у нас какая карта. Сюда, вот именно земля, если разместить ее в угол, то можно таких же еще три поставить. То есть воды у нас очень много.
Просто, я не знаю, я всегда хотел бы вот просто плавали бы бочки над водой или под водой ящики, как в Расте. Почему они это не скопируют? Это просто мелочи, которые можно копировать, я не знаю. Давайте сейчас пойдем к берегу. Так, спешила к берегу. Вода здесь совсем другая, она уже прозрачная. Сверху она прозрачная, а снизу она такая же мутная. Давайте я сейчас с разгона просто залечу внутрь и посмотрим. Ну, мне кажется, уже здесь нет растений. Должно было хотя бы что-то прорисовываться. Но здесь ничего нету. Да, вот смотрите. Это немного печально, на самом деле. Если бы здесь камни тоже были бы, то была бы уже надежда на то, что разрабы что-то глобальное делают. Ну, скорее всего, они просто украсили озеро, но все равно будем надеяться на что-то лучшее. Типа, я реально хотел бы, чтобы можно было над водой, то есть под водой, над водой, там, фармить бочки, лутаться, типа, это было бы на самом деле очень прикольно. И была бы еще возможность бить с дубинкой, с кухонными ножами, там, в воде, тоже было бы очень круто. Есть реально очень много воды, где можно сделать такие места, типа, можно маленькие острова добавить, типа, даже можно нефтевишку добавить, только в своем стиле, типа, можно добавить плот, который на месте стоит. Так, решил еще напоследок проверить я озеро в пустыне, то есть, интересно, здесь будет ли какой-то, какие-то растения. Да, здесь тоже они есть, тоже очень прикольно. Здесь, конечно, мало, но озеро тоже маленькое, хоть и глубокое. Так, челик какой-то спит под водой. Вроде бы нельзя под водой спать. А он как-то уснул. Сейчас убьем и вернемся в обратно в воду, обратно к своим водорослям. Да, получается, ролик сегодня чисто про водоросли. Так, много лута. Возможно, админ, потому что он в воде. Ну, не знаю, давайте все заберем у него, может что-то интересное найдется. Типа взрыва. Так, ну, особо ничего нету пока что. Ну, я реально буду ждать то, что в игре будет много всего интересного. То есть, на самом деле, хотелось бы хотя бы, чтобы они хоть чуть-чуть изменили карту, я не знаю. Больше камней, что ли, добавили, даже такое исправят. Либо новые РТ, которые проходить нужно долго. Здесь какой-то камень, я думал, здесь что-то будет. Мне оказалось, ничего нету. Так, это маленький камень, особо ничего такого. Ну, на самом деле, здесь, типа, вообще ничего такого нету. Просто камни, водоросли под водой. Ну, это для меня многое значит, потому что такие маленькие детали могут реально украсть игру. Та же банальная, если добавить в игру кирку, игра очень сильно станет, хорошей станет. Либо одна мелочь, убрать планер, станет игра хорошей. Ну, надеюсь, вам тоже водоросли понравились. Всем пока.